Добрый вечер, меня зовут Пятницкая Нина Викторовна. Проживаю как раз в доме... Пенинская 7-2. Пенинская 7-2, да, вы меня уже знаете. Являюсь активистом, соответственно, инициативной группы «Вильнюсская 7». Нас беспокоит проект благоустройства данной территории между Вильнюсской 3, 5, 7, вот этот кусочек. Нам до сих пор так и не предоставлен план, который уже подписан, я точно знаю. По этому плану уже разыграно 50% контрактов государственных. И мы хотели бы его видеть. Вами нам было обещано, что мы будем принимать непосредственное участие как в разработке, так и в корректировке данного проекта. Соответственно, с нами никто не связывался. Наши пожелания и мнения, которые были высказаны на презентации первоначального проекта, не были учтены. Мы просили сделать как можно больше проектов именно для подростков, потому что у нас здесь их проживает достаточно много. У нас подростки активные, занимаются спортом, самокатами, скейтами. Мы просили убрать детский городок, аэродром, и за место него поставить именно для подростков. И веревочный городок, например, вторую скейт-площадку в нашем микрорайоне. Детям ездить до Инесса Арман не особо удобно, это подростки. Они иногда не на автобусах ездят, а ходят пешком или на самокатах. Они пересекают много проезжих частей, что, соответственно, небезопасно. И я просто это знаю не понаслышке, у меня у самой ребенок достаточно уже взрослый. Ходят к нам, точнее, на Инессу Арман, ездят со всего района. Это самый практически удаленный участок. Сделайте вторую площадку. Второе. Вы обещали нам, что у нас каток, который хоккейная площадка, будет реконструирован. Что нам было обещано? Нам было обещано, что первое, у нас будет утепленная раздевалка, чтобы дети зимой могли спокойно переодеваться, не только дети, но и взрослые, переодеваться, да. И где может храниться зимой инвентарь, потому что не всегда вечером у нас находятся сотрудники ГБУ «Жилищник», чтобы почистить каток. Мы готовы сами почистить, как в выходной, так и вечером. Потом было обещано, что мы просили очень у нас здесь сделать хотя бы один теннисный корт, большой теннисный корт, чтобы не ходить на Голубинскую. Регламент. Но мы пошли с вами на уступки, вы нам обещали, что вы реконструируете этот каток как всесезонный, то есть поменяете покрытие, чтобы летом дети могли играть в баскетбол, в теннис. Я готов вам ответить, ну пожалуйста, покороче, люди хотят ответить. Практически я правда готов вам ответить на все замечательно. Вопросы. Мы все вопросы эти учли в нашем... Короче, мы хотим посмотреть проект, потому что можно, колоссальный. Можно вам ответить, Лена? Да. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо за неравнодушное отношение. Значит, первое. В отношении веревочного парка, сразу, что мы говорили, что мы с вами обсуждали, он будет на Вильнюсской, на месте долгостроя. Мы часть, там, где у нас будет площадка воркаута, мы ее сократим вдвое и на части сделаем, пожалуйста, послушайте, всем интересно, и там же сделаем обязательно веревочный парк. На экономию, которая у нас будет, проект мы вам покажем. Послушайте поспокойно. Большой веревочный парк у нас будет в зоне перед этой школой. Там он будет состоять из трех частей. И вы это знаете, это территория приближена к Вильнюсской 7-2, между 17-м и 22-м домом. Здесь тоже будет, прямо перед нами будет огромный веревочный парк. Он уже объявлен, конкурс по нему, сейчас заключается, уже контрактация происходит. Что касается спортивной площадки, она будет выполнена, каток будет заменен, будет там выполнен. Вы ошибаетесь, извините, пожалуйста, Лена, не перебивайте, я вас не перебивал, слушал. Вы можете совещание, можете подойти ко мне, даже не так. Я прошу сейчас, Виталий Сергеевич, вас взять, да, телефон у вас есть, на этой неделе встретиться, показать все наши проектные изыскания, которые у нас есть. На этой неделе встретиться с инициативной группой, Виталий Сергеевич вот пристал тот докладчик, и показать, чтобы это все было, а после этого встретиться, мы договорились, с Семенюком. Как он готов с вами встретиться? Я в пятницу с ним встречаюсь. Ну, в пятницу. Тогда вот завтра, в четверг, показать проект. Показать проект и все наши задумки, которые там есть. То, что мы проговаривали с вами. У нас не разыграно большое количество денег, определенное количество денег, которое мы в перспективе пустим вот на эти ваши пожелания. Скейт-парк пока будет на третьем доме. Мы посмотрим на Инесса Алмаз, мы посмотрим, будет ли там... Делаем там современный, нормальный
так сказать, дорогой скейт-парк. Посмотрим, будут ли пожелания жителей, будут там вообще жалобы жителей. Мы вообще боимся вместе вот с многими, кто здесь присутствует, что просто будут огромные жалобы жителей на шум, на определенные какие-то вот действия нашей молодежи. В положительном смысле слова, не отрицательном я говорю. Посмотрим, проанализируем, обязательно мы это все учтем. Вот сейчас выступал житель 66 корпус 3 по Литовскому, мы с ним часто встречались в этом микрорайоне. Мы, я уверен, с вами, мы будем встречаться на этой каждую неделю. С вами, лично, вот с вами, кто. Мы лично будем встречаться каждую неделю, я это обещаю. Правильно. Потому как я в этом плане неравнодушный. Все, кто. Вот мы 3 микрорайона в прошлом году сделали. И кто из старших здесь сидит, они меня там видели. Видели там Ширяева, видели там Иносова, видели там моих заместителей. Поверьте мне, мы выполним ваши, наши обещания, данные вам. Я вижу несостыковку обещаний и подписанных госконтрактов. В этом контракте, в этом у нас еще не разыграна часть контрактов. Мы еще специально, логически, я вам объясню, когда вы подойдете после совещания. Не у вас юношеский максимализм, извините, вот сейчас.